Друзья, доброе утро. Время 8:55. Сергей Владимирович. О, Пихал, что, поклевка была прям, да? Была. Чуть на камеру было бы здорово. Крутится она здесь, крутится. Но у нас-то есть товарищ, который уже обрыбился. Вот его рыбка первая со льда, да, Саш? Со льда прям, да. Как, чего, на что, почему? Розовый магот. Добрал, да, Сань? О, Михалыча добрал. Прям онлайн. Только опустила и взяла, да, Саш? О, есть. На актив прям. На актив. С почином, Михалыч. Спасибо. Все круто. Рыбачьте с нами, ребята. Что ты? Ух. На что, Саш? О, ясно. Зеленые не работают. Я поставил, здесь стоял зеленый. Ладно, не хоничья. Ну, Саша, вторая поклевочка на мохнаточку. На-на-на-на-на-на-на-на. Есть. Вот она. Нормально. Рыба шквал. Какого цвета, Саш? Мохнатка. Мохнатка желтая с красным. Желтая с красным. Ну что, вторая на льду. Почином дважды. Спасибо. Короче... Сижу с Михалычем рядом, лунка в лунку. Он ловит. Я наблюдаю. Хорошая? Хорошая, но это уже побольше, Саш. Это уже поболее. Хорошая. Кило на три. Магот опять, да? Оранжевый. Да, магот оранжевый. Ну что, третья пошел. Рыба шквал. Что ты? У кого как? Сань, у тебя вторая. Почином, Глеб Егорович. Ну как она, первая рыбка на дубе? Трипотангу снял. Почином, рыбачи с нами. Мы на десяточке. Мы это Саша. Саша. Сережа. И там вдалеке. Санек, отдвинься. Саша еще стоит далеко. За плотвой пошел. Ну, в общем, Серег, загадывай желание. Четыре Саши вокруг тебя. И все наши. Владимирович, загадал? Да. Отлично. Ну вот, как бы так. Погода, снег, ребята, снег. Снег сыпет и сыпет. Красота. Владимирович, я к тебе крадусь. Тебе крадусь. А что тебе сказать? Сейчас пойдет. Выход идет. Я знаю. Пока я на тренировке. Да. Чего сейчас мы? Это дело все поправим. Поправим. Погодка стоит шикарная. Снежок идет. Всем привет. Владимирович, реализовался. Настроение. Я же говорю, что готовы.
Настроение уже другое. Настроение хорошее. Оно всегда на рыбалке же настроение. Мы же сюда не за рыбой приезжаем. Отдохнуть. Точно. Поэтому как... О, лось здесь бежит, лось. Атином, Сергей Владимирович. Мы обрубились. А где твоя рыба-то? Вон она. Мы хорошая. На Карп. О, рыженькая. Карп, да? Карп. Карп. Карп зеркальный, да? Смотри, красивый. О, ловите с нами карпа. Рыбачь с нами. Я скрутились. Рыбалки. Любезная, дорогая. Привет, сэр. Привет. Ага. Ну, наконец-то. Ребята, погода супер. Тепло. Хорошо. Рыбы, шквал. Шквал, точно. Рыбачьте с нами. В общем, друзья, рассказываю. Такое дело. Валентинович отвлекся вот на эту удочку. Вот на да, побежал. У него поклевка была. Ну, вот, а у него рыба сорвала с такой вот стоечки. Бултых и утащила удочку. Ну, вот практически такая. С хорошей катушкой. Гугловская еще родной. А вот палочка хорошая. Ну, в общем... Сверлились, смотрели, камера подводная, к сожалению, нифига. Но она рванула, кстати, туда, да, вот, Саша? Да, вот как раз вот поклевка там была. Ее утащила и туда, видать, пошла на мелек. Так что так, минус одна, потери. Потери, потери. Но сегодня активно, сегодня прям рыбалка активная. Резина и в руку, и так, и сяк, наперекосяк. В общем, сегодня очень даже. А я смотрю издалека, загнул, смотрю, вроде нет. Ум опять. Ну вот она. Вот она, красавочка. Гордость полными вагонами, золотыми погонами с юга дуют. Молодые ветра, срывая в клочья облака, не забыли, шлют издалека с дома мама. И не последняя любовь. А по небу бегут, видишь чьи-то следы. Это может быть ты, это может быть я. Это может нас ждут. Это может нам поют свои поналаристей. Нашла коса на камень, идет война на память лет. У нас тут нашла коса на камень, идет война на память лет. Да, нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Ну, только Саша меня заснял. На вьюна, да? Да, белый вьюна. Рыба-шквал. Рыбачьте с нами. Смеются, вспомним, скажем, брат брату нужные слова. А по небу бегут, видишь чьи-то следы. Это может быть ты, это может быть я. Это может нас ждут, это может нам поют свои. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Тут же вдогонку еще одна. Два часа выход. Два часа выход. На зелененькую, да? Да. На эту он спортивную? Нет, это трудзон, только не в юна, а просто червячок. Ага. Пошла масловка. Хорошие. Сейчас
Зачет. А, это третья, да? Ага. Все, супер. Паста, да, Саш? Нет, креветка. Да, на пасту у нас сошла. Все здесь на креветку поймал. Креветка. Там плотва. О, хорошо, такая. Носороги сколько набомбил. Уютненько. Слушай, хорошая. Штучек 20-25. Есть. Отлично. Плед. Это у меня стоит на осетра. На икру. А. А вот он сейчас просто умал, наверное. Ты как подходит. Поклевывает. Да, я ловил. Ну, ясно. Хорошо. Ну что, остаешься еще, да, половишь? Да, пока половлю немножко. Ну, давай, не хвоста, не чеши. Спасибо за компанию. Что спасибо. Ты? Спасибо. Точно. С юга полными вагонами, золотыми погонами гордо дуют молодые ветераны.